Драматичная история произошла в поселке Урусу. Едва придя в себя после потери супруги, которая некоторое время назад покончила жизнь самоубийством, Андрея Никифорова ждали новые испытания. Органы опеки собирались забрать у пьющего отца малолетнего ребенка. Не желая мириться с такими обстоятельствами, мужчина, по мнению следствия, решил убить и себя, и мальчика, и поехал на дачу. Здесь мужчина открыл баллон с пропаном, а после того, как его содержимое оказалось в комнате, зажег огонь. В результате взрыва обвалилась крыша здания, при этом ребенок успел выскочить наружу. Очевидцами страшного происшествия стали соседи. Они сразу извлекли из-под обломков уцелевшего мужчину и передали медикам. Из опилок выкопал его, доски поднял, которые его завалили, в окошко вытолкал и сразу вылез, потому что там сразу возгорание началось. Ребенок орет: «Папа, папа», там внутри. По словам врачей, пострадавший мужчина идет на поправку. Он уже дал первое показание следователям и заявил, что все произошедшее всего лишь несчастный случай. Я не пытался его взорвать, я просто занес баллон, а он остался недокрытым. Я потом, когда зашел, лег, я сигарету прикурил, и он и взорвался. Маленький сын, которого, по мнению следователей, отец хотел убить вместе с собой, сейчас отправлен в детский дом. С мальчиком работают психологи, а отцу предъявлены обвинения по двум уголовным статьям. По данному факту следственным органам Следственного комитета Российской Федерации Республики Татарстан в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего, совершенное общеопасным способом, а также умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. В результате взрыва дача тещи превратилась в руины. Как только мужчина покинет больницу, ему придется ответить за совершенные преступления. Ольга Лаврова, Мария Молочникова, Максим Зуйков, эфир 24. С понедельника по четверг в 23:30 на телеканале «Эфир».